кто с ним поедет? Ну, до Корчина его повезут. Ну, как-то надо так, чтобы эта бумага там на тарае не исчезла. Я вот к чему говорю. Дайте домашнее сразу взять. Бумага это алиби, что ты не уходишь. Да я не против, опять стой. Вчера судья спрашивает, а вы не болели? Там что-то такое. Вроде бы не отвечает. Все прошло, вчерашний день. Я сестре принес Елене, она отпечатала это. А, нет, не отксерокопировала. Как называется-то? Сканировала. Сканировала. И уже я все по всему миру разослал. Все, а мы, говорит, молились там и в Америке, и везде. Знали, что у нас суд есть. Там такое ликование. Вот, пожалуйста. А бы его не было, еще бы этого не было. Новые люди, которые пришли. Все туда, это у вас так, а у нас вот такое там как. На Бога надейся. Говорят, сам не плашай. Ну, то есть не спи. Плашать-то не надо. Вот такой был день вчера, и как мы вернулись. Дождались, когда они там отпечатают, они с печатью, то другое. Новые законы у них там, которые не знала. Следователь хочет вас увидеть. Что там следователь-то? Мы пришли в полиции где. Подошел батюшка, сказал, кто из вас Игнатий? А я сижу на скамейке, вот он. Так, заходите на меня. А батюшку, первый раз такой, я говорю, я без него не пойду, он переводчик, я не слышу, еще говорят. Идите, гляжу, она меня туда, по коридору, прямо, последний кабинет. Что ж случилось такое? То она на втором этаже работает, следователь, а это нижний этаж, она майор. Я прихожу, он уже стоит, в руках у него мазилка такая, отпечатки снять. Да, я говорю, убрал черноплодку, у меня руки пропитаны, не могу отстирать-то. А тут как я отстираю-то? А он вот так вот валиком этим раз. Раньше были только так. Я говорю, мои отпечатки хранятся в КГБ Москвы. А это-то, ну у них такой, на этот человек есть. Теперь берет вот это вот отдельно. Теперь вот это может, он до локтей, наверное, будет мазать, узнавать. Ну а потом-то, я говорю, как-то отмыть руки-то надо-то. Пошел, а там жидкое мыло такое. Ну, видимо, я лишнюю плеснул, он сразу бутылек оттер. И все, ну, я уж только чтобы не засмеяться. Да вот нашли преступника. Я сейчас сказал найти спецназ, который меня вытаскивал из дома. Мы попросим, чтобы это заснять. Особый ролик такой сделаем, боевик. Представьте, спецназ присылали на меня. Я не знаю, что 7 утра нет, и в этом домике я один. И они стучатся, ломятся, и в 4 руки меня босиком, я стою перед ними. Спецназ, какие же вы слабые. Мне 83 года, изломанные там повреждения. Нужды никакой нету. Вот, комедию устраивает. Я сказал, вот это, что сейчас делается, это комедия. А знаете, это преступление. Я задумался и теперь согласен. И да, это преступление. Почему? Потому что в России погибло почти полностью 51 тысяча сел. Тысячи сел, а на христианских основах только одно. И вы отрубаете все. Вот это, который березняк мелкий-то, его не было 20 лет. Как только мы поселились, Господь дал распаханное, засеянное, и дальше раз. И поэтому, действительно, есть слово преступник, есть преступник. И преступник, то есть какая-то преступка, я на него залез, кверху поднимаюсь. Так я преступник или преступник? А вот теперь давайте рассудим, что здесь русские люди живут. Это ненависть к русским людям. Если бы были чеченцы, вы бы никого не тронули, вырубили все бы, никто не спрашивал. Они вас нашли бы где. А здесь, я согласен, вы преступники. И с вашей стороны я преступник. Это ваше определение. Что я сделал? Это вы должны делать. 23 марта 92 года за номером 47 решение краевой администрации, корпуса депутатов. Второй пункт. Восстановить поселок Потеряевку. За 30 лет ни рубля. А мы это делаем. Дороги-то не было, на первом мостике не было. Вы знаете, второй мостик, там никак. И которые адвокаты из Москвы, там, которые знают, это пух бы разнесли здесь все. Дали указание для батюшка, примирение, чтобы было. Ну, назвали, ну, то другое, там, отняли. Это еще. Теперь я официально буду у них узнавать, как, каким образом, теперь, чтобы официально можно брать, было пилить. Я и не знал, что вы такие. Что вырастил Господь для нас, и эти сваи забиваем, дорогу делаем мы.
Нынче только на Симаковском, значит, 14 мужчин работало. Накормить, напоить надо. И они глядят, они ничего не знают. Мы сделали, что могли. Дороги не было. Вы бы ездили вон туда вокруг, как всегда ездили. А первый мостик, так как тут, сколько там свай забито, сколько туда, оттуда привезли камня и здесь. Вам бы туда не проехать. И поэтому, когда начинаешь смотреть, вот священцы расстреляны были, как враги народа. И среду я дальше увидел, учили народ, не учили. Значит, враги народа и были. Мне говорят, преступник. Преступник на что? С чьей позиции? С вашей. Потому что вы враждуете против моего народа. Единственное поселение, дабы вы все силы бросили, чтобы сохранить, показать, что без помощи государства. А тут председатель сельсовета у вас, Трушакова, кажется, Людмила Алексеевна, так? Вот. Она говорит, там, ямщики там прогрызли эти бобры. Ну, когда сделаете? Она говорит, почему Потеряевка не просит, еще сами все восстанавливают. А это восстановление суда. И вчера вот такое дело по рукам. От главы администрации посыльный был с администрации по руке. Все. Вернулись. Документы на руках. Как будет через 10 дней, уже назад повернуть ничего нельзя. Еще я сейчас, допустим, что-то, данные какие-то могу подать, затормозить. Записывать только аудио можно было, видео нет. А аудио тоже сказали не записывайте, потому что у нас, говорят, записывается, и вам, если нужно, в течение 3 дней мы вам дадим все это. Да и что там? Они считают, ничего там нет нового. А вот если бы дали, я говорю, вы дайте им хоть 5 слов-то, я вам скажу. Да соседним там опять уже собрались, суд идет с одного, видимо, кабинета в другой, идут только. Ну и вернулись живые, что еще надо-то? Многие домой не вернулись. Все, с Богом. С Богом, братник. С Богом.